Здравствуйте, меня зовут Галина Закревская, я врач-уролог, и сегодня мы с вами поговорим о лечении цистита. В первую очередь лечение цистита заключается в соблюдении диеты, ограничении кислого, соленого, перченого, а также некоторых продуктов, которые могут вызывать раздражение слизистой мочевого пузыря. Кофеин, помидоры и шоколад нужно в этот период ограничить. Увеличить количество потребления жидкости, а именно воды. В норме человек должен выпивать 1,5 литра воды, но столовой воды, не лечебной. В период обострения или при остром цистите режим должен быть полупостельный или постельный, для того, чтобы быстрее ваш организм восстановился, набрал сил и назначенная терапия была более эффективной, чем при активном образе жизни. Чаще всего острый цистит возникает из-за кишечной палочки, которая является нормальной микрофлорой для прямой кишки, но для уретры это патологическая флора. Потому по бак-посеву мочи непосредственно доктор должен назначить вам антибиотики, которые будут подходить непосредственно вам для вашего случая. Кроме антибактериальной терапии, доктор вам назначит спазмолитики, травяные препараты и противовоспалительные средства. Но самолечением заниматься не надо. И в аптеке или в поисковых системах интернета искать эти препараты тоже не следует, потому что иногда цистит может вызываться не бактерией, а просто сменой белья, сменой геля для душа или чем-то новым, что вы ввели в свой рацион. Потому вам необходимо прийти на прием к доктору, поговорить с ним, и по вашим жалобам, анамнезу заболевания, доктор может найти причину вашего заболевания. О профилактических мерах, а также о мифах о цистите мы с вами поговорим завтра. Всего хорошего вам, до свидания.